А вот и август настает, жара немного достает, созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери, доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися по росе и подивись вокруг. Красе, красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. Дева 24 августа тире 22 сентября. В этот период проявите заботу о желудке тонком и толстом кишечнике. 24 августа. День Евпла. В церкви сегодня почитают память мученика Евпла. Он прославился тем, что постоянно носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае читал из него народу о чудесах Христовых. Тем самым он учил народ веровать во Спасителя. За это был схвачен и подвергнут мучениям. Пребывая в темнице, он захотел утолить жажду и помолился об этом. Появился источник воды, испив которой он утолил не только жажду, но и голод. Потом провел рукой, и вода исчезла. В этот день народ почитает подвиг святого богатыря земли русской Евпатии Калаврата. Уроженец Рязани, во время нашествия хана Батыя, он поехал просить помощи у соседних русских княжеств. В Чернигове ему сообщили о разорении родной Рязани. Не мешкая, он с малой дружиной двинулись догонять полчища Батыя. В окрестностях Суздаля внезапной атакой он разбил некоторую часть татаро-монгольского войска. Батыю пришлось бросить в бой лучших воинов, но воины Евпатия, несмотря на превосходство противника, бились столь яростно, что те ничего не смогли с ними сделать, а сами понесли урон. Тогда Батый послал к Евпатию парламентера, чтобы узнать, чего они хотят. Желание отомстить за разоренную родную землю было так велико, что ответ был прост – умереть. Битва продолжилась, и только после применения Батыем катапульт, которые забросали русских камнями, Евпатий и многие воины его дружины пали смертью храбрых. Оставшихся в живых Батый отпустил. Этот день считается страшным. Согласно народному поверью, в этот день скачет белый конь, который ищет своего всадника, погибшего и выпавшего из седла. Считается, что в тех местах, где появляется этот конь, ранее было побоище. А ночью по кладбищам разгуливает нечисть, производя свист, вой и другие странные звуки. Сегодня отправлялись на сбор облепихи. Ее сушили, перетирали с сахаром, варили варенье и использовали для лечения. Сегодня запрещалось пить спиртное, мол, к выпившему человеку обязательно явятся покойники и накажут. Приметы. Если прекратил дуть ветер, который дул несколько дней, это к хорошей погоде. Если день Евпла выпадает на новолуние, и в это время стоит ясная погода, то в сентябре дождей может не быть. Он и мутит, и всосавшись в кровь, он ее удерживает. Он делает ее вязкой, вот и хочется больше пить, чтобы его разбавить. Вот. Поэтому все вот такие вот сладкие воды газированные, они как раз призваны на то, чтобы их пили все больше и больше, человек подседал на них и употреблял. А на самом деле вот этот сахар очень и очень, будем говорить, вреден. Его легче всего заменить сухофруктами какими-то и другими. Вот. То есть к сахару еще должны присоединяться различные минеральные вещества, которые бы способствовали тому, что питают нас и выводят все это. Сахар должен разлагаться на углекислый газ и воду и выводиться. Видишь, как получается. Но для этого нужны эти. Поэтому отказ или сокращение употребления сахара легко. Я-то думала, что вообще не надо сладкого. То есть без хурмы, без фиников. Нет, и да? И хурма, и финики, и сушеные яблоки. То есть от рафинированного сахара. Именно рафинированный сахар. От тростникового, знаете, все. Вот я заменю на коричневый. Вы знаете, там огромное количество подделок, и поэтому не тоже, совсем желательно, да, не найдешь концов. И вот смотрите, когда мы используем
у нас здесь вода структурирована. В огурчиках у нас имеются такие микроэлементы, которые способствуют тому, что начинают лишнюю воду выводить из организма. Поэтому в нашем салатике, особенно вот сейчас, во время поста, да и так в качестве разгрузки, обязательно используйте огурчики. Как они хорошо пахнут. Так, Геннадий Петрович, да. Так как у нас здесь вода структурированная, вы говорите, имейте в виду, что капусту, да, зелень. Капусточка, зелень. Надо добавить огурчика, потому что огурчик выводит лишнюю воду из организма. Да, это все будет выводить лишнюю воду из организма. А, все вместе, весь коктейль. И вдобавок еще огурцы в особенности выводят все лишнее. И, кстати, они делают наши сосудики эластичными. Значит, добавляют такой микроэлемент, тем более в таком наиболее усваиваемом виде, как кремний, который нужен для кожи, для волос, для ногтей. И также делают сосудики эластичные. Добавьте и мне кремния. Хорошо, хорошо, хорошо. Обязательно добавим. А я бы сказала, что помидорчик красный просто для настроения хотя бы вот две половиночки, один помидорчик маленький. И помидорчик используем. Здесь имеются в помидорчике как раз своеобразные фруктовые кислоты, которые полезны для нашего организма именно в свежем виде. Дело в том, что вот эти вот кислоты, там щавелевая кислота и прочее, которые полезны в свежих продуктах при термической обработке, становятся трудно усваиваемыми, и их невозможно, может, не то что усвоить, они начинают откладываться у нас в виде различных, опять-таки, солей, образуя, значит, тугоподвижность в суставах и прочее. Поэтому, как только мы начинаем использовать вот такие вот продукты, мы все, что у нас отклалось, растворяем. Ну что, да. Вообще-то, что хочется сделать по привычке? Да. И это очень, это ключевое слово, по привычке. Угу. По привычке хочется добавить соль, и по привычке хочется добавить масло. Но раз уж мы договорились, да. Проверено тысячелетиями, пост имеет свою оздоровительную цель, помимо духовного роста. И, конечно же, тогда имеет смысл радоваться, просто радоваться. Добавляем, чтобы наше блюдо стало более целебным. Некоторые подумают, что мы используем крахмал. На самом деле, во время прорастания крахмал превращается в солодовый сахар, и это уже становится растительным продуктом. А для того, чтобы это еще все было вкусно, так, мы с вами можем для этого приготовить майонез. Соус. Да. Майонез, если только быстро. Быстро? Очень быстро, да. Так. Смотрите, как он готовится. Ой, кто-то к нам сейчас придет на обед. Да. Если хотите сладкий, можем сладкий сделать. Если хотите кислый, можем кислый. А если хотим соленый? Если хотите соленый, делайте, значит, кислый. Тогда надо добавить морскую капусточку сюда. Итак, где у нас лимончик? Вот лимончик. Лимончик у нас есть. Чистый, мытый. Теперь мы берем, смотрите, с вами кружечку, так, которую все будем смешивать. Лимонный сок. Угу. Да. И мы с вами сделаем сладкий. Угу. Вот так, так. Раз, 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 раз. Выдавили. Выдавили. Опа. Теперь сюда добавляем мед. Это особенно полезно для детей. Ну, знаете, есть такие сладкоежки. Вот. Угу. Вот. Немного? Немного, отлично. Так. Так. Давайте помешаем. Давайте помешаем. Чем вы будете? Вилочкой, ложечкой? Так, да. Чем? Так, 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 так. Значит, так как мы сюда добавляли, смотрите, этого чеснока, то вот этот вот сладкий соус будет идти туда, где чеснока нет. Поэтому сейчас, так как мы добавили чеснока... Ну, давайте тогда просто лимоном вот так вот сверху полейте, да и все. Давайте вариант? Лимончика, да, вариант лимонов. Мы обязательно угостим всех тех, кто нас окружает, точно так же, как и вы угостите всех своих любимых и близких, кому вы сделаете такой оздоровительный, целебный, целительный салат.
помня уже о том, что вы знаете, как работает механизм оздоровления во время поста. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!